Я решила сделать еще одну розочку, учитывая предыдущие ошибки. На этот раз я не делаю никакого рисунка и сразу фигачу текстурной пастой на холст. Начинаю создавать цветочек из центра по кругу. Поначалу паста просто жидкая и рисунок не очень получается. Но по мере загустевания пасты розу становится легче корректировать. Я наращиваю объем лепестков, корректирую, если что-то получается криво. Хочу сделать ее похожей на первую розу, поэтому делаю ей черные тени. Сравниваю с первой розой, они разные, но я не очень расстраиваюсь. Делаю панно и прикрепляю розы к нему. Мне все нравится.